Александр Григорьевич, ну, мы каждый год с вами ездим на субботники, каждый год это особые места, и вот в этом году мы снова в Александрии, 2021 год народного единства. Почему выбрали Александрию и почему именно эту локацию? Слушай, ну единство в середине 90-х начиналось откуда? Отсюда, первый президент на этой земле родился, ведь тогда удалось как-то объединиться. И объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле. Вот и все по-человечески. Но потом думаю, а когда ты приедешь еще на родную землю, домой, я всегда говорю, домой приедешь, времени всегда не хватает. А тут случай представился. И поработать. Ну и третье, детище, мое детище. Александрия, избирая гостей, и надо украшать эту территорию. Это мое любимое занятие. Украшать землю и территорию.